Дорогой президент Ортега, дорогие никарагуанские братья и сестры, я рад этой возможности обратиться к вам, ко всему народу Никарагуа и приветствовать вас от имени братской Южной Осетии в канун 41-й годовщины победы сандинистской революции. Кавказ и Центральную Америку, Южную Осетию и Никарагуа отделяют друг от друга огромное расстояние – 12 тысяч километров. Но оно не может быть препятствием для дружбы наших народов. В годы борьбы никарагуанского народа против тирании, установленной путем империалистической интервенции, в Южной Осетии возникло движение солидарности с Никарагуа. Мужество, стойкость и верность никарагуанцев делу революции вызывали огромное уважение. Для нашего народа, как и для всех, кто разделяет идеалы равноправия наций, свободы, народовластия и социального равноправия, победа сандинистской революции в июле 1979 года стала радостным и вдохновляющим событием. Среди тех стран, которые поддержали Никарагуа в революционной борьбе, в строительстве новой жизни, в защите от террора империалистических агрессоров, было и наше Большое Отечество, Советский Союз, оказавший тогда Никарагуа значительную помощь. Побывав в Никарагуа на юбилейных торжествах, посвященных 40-летию победы сандинистской революции, мне было отрадно видеть своими глазами, что борьба никарагуанского народа и принесенные на алтарь революции жертвы были не напрасны. Никарагуанский народ, выбрав и защитив свободу, добился поистине впечатляющих успехов. Социально-экономическое развитие страны, ее достижения в различных областях, ее достойное место и важная роль среди других стран мирового сообщества – все это достигнуто благодаря победившей революции. Эти успехи были бы намного большими, если бы не агрессивное противодействие тех, кто лишился своих сверхдоходов от эксплуатации природных богатств Никарагуа, тех, кому не по сердцу столь наглядный пример подлинного суверенитета и государства, работающего ради блага своего народа. Мы верим, что никакие препятствия не заставят Никарагуа свернуть с выбранного пути. Гордый народ Никарагуа никогда не позволит отнять свои завоевания. Этот мирный, но мужественный народ не раз уже доказал, что неизменно готов отстаивать свою родину. Право быть хозяином своей собственной судьбы. И в этом залог его прекрасной будущности. Дорогие никарагуанские друзья, от имени правительства и народа Южной Осетии поздравляю вас с очередной годовщиной победы сандинистской революции. И искренне желаю народу Никарагуа новых успехов, мира и процветания. Пусть с каждым годом становится лучше жизнь на никарагуанской земле. El pueblo unido jamás será vencido.